Новости культуры. Новые творческие сезоны во всех театрах, дворцах и центрах культуры региона. Полярненский, Север не исключение. День народного единства. Чем не повод начать творческий сезон, решили работники Центра культуры «Север» города Полярного и пригласили гостей на концерт. А раз поводов сразу два, то и празднование стало в два раза масштабней. Наших зрителей ожидают целых три программы. Детский спектакль, спектакль для взрослых и концертная программа, которая проходит в День народного единства. И так и называется «Творческое единение». По сложившейся традиции творческих работников «Севера» был заготовлен сюрприз. На этот раз на сцене появились новые ведущие. Знакомьтесь, моя соведущая Кристина. Поет, танцует, пишет рэп и вообще взрывает своим позитивом любой зрительный зал. Не без помощи моей наставницы, конечно. Добрая, современная и очень терпеливая Анна. Творческий коллектив «Севера» давно полюбился постоянным зрителям. Но и новые заводные ведущие им тоже пришлись по душе. Тем более, что на сцене выступили все те же знакомые коллективы. 22-й сезон можно считать открытым.